Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас последний день года, 31 декабря, и я предлагаю вместе помолиться над текстом, который когда-то сказал Иисус в Евангелии Матфея. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Небесный Отец, ты знаешь, сколько людей за этот год могли утомиться от разных обстоятельств, от всех состояний своей личности, души, либо от мнения других людей, либо от состояния других людей, от того, что очам твоим не свойственно смотреть на такое, а человеческим тем более. Люди не могут выдерживать то, что они слышат или видят, кто-то там участвует в этом. То я прошу тебя, Господи, мы молимся сейчас о защите таковых людей, об их психике, об их здоровье, об их физическом теле, потому что ты сказал, придите ко мне все труждающие, обремененные, ты никого не исключил, и в конце года я хочу особенным образом об этом помолиться. Боже, помоги отдать тебе это бремя, отдать тебе все страхи, отдать тебе все переживания, и благослови твоим, Боже, заменителем, когда ты приходишь и даешь иго мое благо и бремя мое легко, потому что то, что ты возлагаешь на человека, оно его не раздавит, оно даст ему радость, оно даст ему плод, оно даст удовлетворение. И я сейчас прошу на всех уровнях человеческого общества, где бы кто ни находился, пусть эта молитва сейчас покроет каждого. Потому что для нас важно, чтобы конец, переход из одного года в другой, конец этого года, он для нас завершился наилучшим образом с тобой, при твоем присутствии, при твоем светильнике. И поэтому я благословляю страну, я благословляю жителей этой земли, я благословляю всех и мужчин, и женщин, и молодых, и пожилых, и зрелых, и тех, которые сейчас в активной позиции. Господи, благослови каждого, потому что ты сказал, я сниму бремя, я сниму иго, сними же, Господи. Сними его с наших плеч, сними его с шеи народа и благослови встать с тобой под то иго, которое выведет нас на пространное место. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. Благословляю и вас, и себя, и все общество, всю страну и всю землю. До встречи.